Всем привет! Сегодня мы приготовим куриный шашлык в духовке. Подготовим маринад. Смешаем все ингредиенты, растительное масло, острый перец, либо вы возьмите по своему вкусу, сахар, молотый кориандр, соевый соус и выдавим чеснок. Все хорошо смешаем и уберем в сторонку. Подготовим мясо. Не забудьте сначала филе помыть и обсушить. Теперь нарежем на полосочки, так чтобы нам удобно было одевать на шпажки. Подготовленное мясо отправим в маринад. Хорошо все перемешаем и уберем в холодильник на пару часов, чтобы промариновался. В это время замочите шпажки в воде. Теперь одеваем куриный наш шашлык на шпажку гармошкой. Не забудьте разогреть духовку. Духовку разогрейте на 250 градусов. Куриное филе готовится очень быстро, поэтому нам нужно, чтобы оно поджарилось, а не пеклось. Вот такая гармошка получилась. Я буду выкладывать шашлык на решетку. Вы можете выложить на лист. Ставим в духовку на верхний ярус примерно на 10 минут. Переворачиваем. Немного прилипает. И еще ставим в духовку запекаться на 10 минут. Вот такой шашлык получился, поджаристый, очень нежный внутри, с приятным ароматом. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, комментарии. Всем приятного аппетита! Пока-пока!